Доброго времени суток, всех приветствую на канале Блабуст, с вами снова я. Это продолжение прохождения игры Ведьмак 3, Дикая Охота. В этой серии, ребята, сейчас расправлюсь с этими двумя гопниками. Так, одного кулаками голыми замочили, ну и второго давайте знаком и мечом добьем. Так, вот, замедление, и давайте-ка его хлопнем. Все. В этой серии, ребята, мы отправимся на Скеллиги, все-таки. По сюжетной линии. Ну и предлагаю, раз вы просили ведьмачьи заказы вам показывать, ну я решил отдельные серии про них сделать. Давайте в этой серии мы парочку другую выполним ведьмачьих заказов. Те, кто хочет посмотреть сюжеточку, ребят, сразу переходите на 19-ю серию. Сюжетка будет у нас там. А в этой будут ведьмачьи заказы. Ну здесь мы пока ничего не будем вели не делать. Поэтому давайте-ка переместимся на Скеллиги. Всем желаю, ребят, приятного просмотра и хорошего настроения. Так, ну что, давайте переместимся на Скеллиги. И там уже будем смотреть. Скеллиги — это аналог такой Скандинавии, получается, в мире Ведьмака. Так, ну я там уже был, когда выполнял квест для Бронника, чтобы нам доспехи скомпоновать. Ну и поехали. Со слов Йеннифер из Венгерберга, на Скеллиге произошел магический взрыв, который уничтожил значительную часть древней пущи и, видимо, был связан с появлением Цири. Геральт отправился на острова, чтобы присоединиться к чародейке и вместе с ней попробовать найти следы девушки. И вот мы с вами оказались таки на Скеллиге. Ну и давайте. Так, погодка, конечно, хорошая. Штормит, молнии сверкает. Ну и давайте, вот вижу я квест какой-то сразу. Но, скорее всего, это какое-то вот побочное задание. Ну и, скорее всего, я думаю, это ведьмач. Вот, выполним здесь пару квестов. Ну и пойдем дальше по сюжеточке. Кстати, вот там тоже доска объявлений есть. Надо бы к ней как-то попасть. Ну и давайте пообщаемся. В чем дело? Я вижу, ты человек в боях и походах искушенный. А мне помощь нужна. Видишь, какое дело. Я о сыне беспокоюсь. Ушел он из дома и вторую неделю не возвращается. Ты не посмотришь, что с ним. Сперва поговорим о награде. Много. Где мне искать твоего сына? На развалинах крепости, к востоку отсюда. Он пошел туда с какими-то бродягами с Фарер. Он в таверне с ними познакомился. Задурили ему голову разными историями про какие-то тамошние сокровища. Говорил я сыну, на Фарерах одни лжецы. Не водись ты с ними. Ну так ему уже лучше знать. Как его узнать? То, что он не слушает отца, свойственно почти всем молодым людям. Зовут его Ольве. Веселый. Шепелявит чуть-чуть. С виду-то он неприметный. А еще, когда он уходил, была на нем желтая рубаха. Красивая. У нас в деревне ни у кого такой нет. Он ее от меня получил год назад, на день рождения. Этого, наверное, хватит. Я поищу, но ничего не обещаю. Так, ну что ж, и это первый заказ у нас, поступивший на Скеллиге. Называется «Пропавший сын». Так, и нам нужно исследовать развалины замка, куда отправился Ольве с компанией бродяг. Вот что значит попасть в нехорошую компанию. Так, ну благо бежать нам не так уж и далеко. Всего-то каких-то 170 метров осталось. Вон вижу развалины этого замка. Поэтому наш транспорт в виде плотвы не будем задействовать, а побежим сразу на своих двоих. Так будет быстрее. Так, ну и уже там по ситуации осмотримся и будем поступать по ситуации.
что тут у нас? Вот грибы какие-то. Вот и первое тело. Любопытно. Так, осмотримся. Что тут еще? Раны от клыков и когтей по всему телу. Но объедали уже труп. Парень погиб от удара по голове. Бес. Так, бес. Ну и новая статья в бестиарии Морвуд называется. Это подвид беса получается. Так, давайте посмотрим, чем там можно беса хлопнуть. Это реликты? Ну да, реликтовым маслом и двемеритовые бомбы, то есть у нас идут. Отлично, отлично. Давайте-ка нанесем на наш клинок серебряный меч. Это масло, где вот оно тут было-то? Гибриды, вот реликты, по-моему, да, реликты. Нанесем, чтобы повысить урон нашего оружия. О, ну и вот эта скотина. Давайте ее атаковать. Так, замедлим ее и кричим. Ты сволочь. Нифига она по половине шкалы здоровья нам сносит. Здоровая скотина. Так, ну давайте-ка улучшенный гром и ласточку мы примем. Так, ну также гранатками покидаем ко мне. Так, отход, отход. Угу. Так, ну что, еще гранатку получает, сволочь. Так, критуем ее, критуем. Ну, неплохо пошло, неплохо. Так, он неповоротливый, скотина. Потерялся в пространстве. Он в состоянии Грога впал. Бьется он рогами об стену, порхатый. Так, получай. Так, еще получай, скотина. Ну, сейчас мощными ударами. Отход. Так. Ну и куда это он? А, ну мы его подранили сильно, смотрите, он теряет как энергию быстро, у него кровотечение. А давайте в погоню, стоять, команда была стоять. Нет, вот он теряет хп, как смотрите, красиво. Под ранком ушел, гад. Ну что, добьем его? Так, вот он. Еще бомбочкой. Ну-ну, иди сюда. Так, ну и хлопай. Хлопаем. Что-то не проходит урон. Так, это баг какой-то, что ли? Что за бред? Так, проходят крюки у нас. Отлично. Он также у него кровотечение идет. Лопаем его. Так, ну и почти добили. Почти ведь добили. Так, гранатку ему еще вслед. Так, ну и нам бы подлечиться, конечно, не мешало. Так, давайте-ка его задолбим. Так, ну все, нет. Не понял. Сколько убить-то можно? У него шкалы-то уже. Все, шкала-то закончилась, ребят. Че это такое? Баг какой-то, что ли? Ага. Че это? Темнота какая-то. А-а-а! Все, понял. Бесы же могут там исчезать. То есть он темноту наслал на нас рядом вокруг. Мы ничего не видим. Он под шумок куда-то, гад, отступает. Все, понял. Ну, 15 очков опыта нам дали. И нам нужно отыскать беса. Он, скотина, отступает. Все ясно. Давайте-ка вернемся, наверное, мы к развалинам. И осмотримся там, что у нас есть. Должны найти его след. Оп, отлично, мы удача. Сюда запрыгнули. Сейчас здесь все заберем. Отлично. Что тут еще есть? А, метеоритная руда, ну и прочее. Так, ну и давайте осмотримся. Желтая область нам подсказку дает, что нужно там искать где-то. Ну вот, сразу след мы натыкаемся. Побежал сюда. Так, побежал туда. Ну, судя по карте... Так, на реку, он к реке, наверное, идет, эта скотина. Давайте преследовать его. Так, оп, оп, здесь высота, как бы не упасть. Так, еще, оп, нет, нормально. Не убились, и то хорошо. Так. Спускаемся, спускаемся к реке. Ну да, он, скорее всего, к реке куда-то пошел. Перешел на ту сторону. Ну да, вот как Геральт говорит. Перешел на ту сторону. Давайте искать эту скотину неблагодарную. Причем трусливую скотину.
Так, ну сейчас помедитируем часик, восстановим эликсиры, здоровье, чтобы не тратиться на все это дело. Так, спрятанное сокровище здесь. Ну ладно. Так. Вон этот гаденыш. Так, сломанные деревья. Он прошел здесь, ломая деревья. Ну, все правильно. Так, с помощью ведьмачьего чувства мы его быстренько найдем, отыщем. А вон он. Где-то внизу показывает, он засел. А ну вот он, скотина. И причем опять с полным экспириенсом сидит. Гад. Ну что, давайте его похлопаем по булкам. А то что-то он себя вальяжно как-то так ведет себя тут. Так, ну защиту ставим. Ну, опа. Ну хорошо, что мы вовремя ее поставили. Урон по нам не прошел. Ну и давайте гранатками его похлопаем. Ну и потом будем по булкам его щекотать. Так, вот начали уже щекотать. Крипы по нему проходим. Так, все, сваливаем. Он еще ориентации, он в прострации находится. Не может сориентироваться, где что, после попадания бомбы. Ну и давайте вот двемеритовыми бомбами похлопаем. Так, о, опять он темноту насылает. Под шумок хотел нас проатаковать. Не выйдет уже. Поняли мы твою тактику. Вообще у него тактика, смотрю, как у быка какого-то. То есть он отходит в дальний угол, потом разворачивается, разгон и бодается по прямой. Потом пара, тройка секунд он в ступоре находится. Ну и снова по новой потом бежит на нас. Поэтому будем его встречать тупо. Так, вот он сейчас опять разбег. Ну давай, давай. Не даем мы тебе разбежаться. Отлично. Опять он темноту насылает. Ну что ж, неплохо, неплохо. Так, давайте-ка. Отходит он снова для атаки. Но мы ему не даем разбежаться. Нет, он все-таки убежал куда-то, гад. Вот он. Так, уходим. Так, снова солнышко. Так, лови. Так, иди сюда. Скотина. Мощный удар ему. Мощный. И теперь вихрем. Так, ну он прерывает атаку, гад. Ну, в принципе, немного его осталось уже похлопать. И будет все окей. Так, отлично. Добиваем его, добиваем. Ну, атакуем. Ну и в принципе, выполнили. Отлично. Осталось сейчас с него снять трофей. И можно идти сдавать задание. Так, и нужно нам трофей тогда. Так, забираем помет беса. Гнющее мясо череп не надо. Вот, кстати, меч реликтовый неплохой. Нам дали. Так, ну и отнесем заказ, дадим. Получим денежку. Отлично. Так, и... Так. Ничего мы тут не забыли. По пути... Думаю, давайте-ка. Так, здесь осмотримся. Под балисы возьмем. Так, череп нам не нужен, мы не некроманты все-таки. Алкагест возьмем. Не, ржавый нож не нужен. Предлагаю все-таки осмотреть. Так, и а вот он, Ольвы-то. Желтая рубаха. Должна быть Ольве. Да, это вот он. И есть. То есть погиб паренек. Вот, предлагаю тогда заехать в этот замок. Сейчас промедитируем, часик восстановимся. И заедем, наверное, в замок, в подземелье. Посмотрим, есть ли там действительно какое-то сокровище. Ну, пошла. Что не поперлись-то в этот замок. Или все-таки там это байки про это сокровище были. Давайте-ка посмотрим. Заедем. Так, стоп, вон там еще ящики вижу какие-то. Надо их посмотреть. Отдохни. Потому что тоже в них может быть ништячки в виде какой-нибудь брони, мечей там и прочее. Давайте осмотримся. Нет, здесь шнурок. Собачье сало, шпагат. Вот малый знак и ремонтный набор. Ну, в принципе, неплохо. Так-то это денежек стоит неплохих. Вот. Ну, и мы просто сэкономим на этом. Так, плотва с моста слетела. Так, давай, сброд. Погнали. Так, ну и тогда вот по этой дорожке. Да, в замок идем. Вот. Заходим туда. В подземелье прям. Давайте-ка на плотве заедем. И посмотрим, что здесь
у нас? Вот сундучок какой-то. Так, давайте вот костерок зажгем, чтобы было светлее. Чтобы ничего нам не упустить здесь. Угу. Так, ну и вот сундук. Так, тут шкура с летоксталей. И ну здесь вот, ребята, монеты. Ну, в принципе, неплохо. За этот заказ сейчас срубим. Там 330 он даст, и здесь мы срубили монеты. Ну, 600 монет, грубо говоря, мы срубили с вами. Так, ну давайте-ка наверх залезем. Плотва пусть у нас в пещерке стоит пока что. Может, здесь еще что-то есть такое интересное. Ну-ка, ну-ка. Что-то тут. Ну, ящики. Что тут, хлебушек? Давайте сгодится. Здоровье поправлять так. Мимолетом в бою, если. Так, ну и больше здесь ничего, видимо, нету. Так, у трупа тоже ничего. Ну что, давайте тогда сдавать заказ. Не, ну бежать далеко. Давайте-ка наш транспорт вызовем. Так, где она? А, вот она, красотка наша. Так, ну и поехали. Сдавать к дедушке, к этому. Заказ. О, прям как американская прерия. Пасутся. Мустанги скандинавские. Так, а это что за дом такой? Кто там? Блин, мне показалось, что это лето из Гулета. Думал, это ведьмак со школы змеи по комплекции похож. Думаю, здесь-то он что делает. Так, ну что ж, давайте поговорим, посмотрим. Что это за чувак? Что он там сидит-то на коленях? Медитирует? Ну. Могу я тебя оторвать от молитв? Можешь. Они все равно ничего не дают. Я слышал, с тобой случилась какая-то беда. Ну да. Гляди. Видишь лошадиную голову на жерди? Это... Нитинг. Разновидность проклятия. Я уже видел такие. Они приносят несчастье, иногда даже смерть. Да. На нем вырезано имя моего первенца. Тьялвы. У него лихорадка, он слабеет день ото дня. Боюсь, прежде чем сойдет луна, мне придется его хоронить. Я сам пытался снять проклятие. Все напрасно. Я могу тебе помочь двумя способами. Во-первых, я могу уговорить того, кто поставил Нитинг, чтобы он сам снял чары. А могу отразить проклятие обратно, написав имя проклявшего на жерди. Так или иначе, надо знать, кто за этим стоит. Но я никому не навредил. Я не знаю никого, кто мог бы желать мне зла. Значит, придется поискать. Ну что ж, получили мы новое задание. Называется оно Нитинг. Так, это разновидность типа как тотема, да? Подкидывают какую-то проклятую вещь с написанным именем там проклятого, кого хотят извести. Ну что ж, давайте разбираться. Сначала сдадим заказ дедушке этого. Не обрадуем его, конечно, но расскажем, что случилось там. Приветствую. Какие вести? Плохие. Твоего сына убил бес. Единственное, что я смог сделать, это отомстить за него. А ведь говорил я ему: сынок, никогда еще ничего хорошего от Фарер нам не было. Останься дома, придет еще время и для приключений, и для славы. Вот твоя награда. Мне это золото счастья не принесло. Пусть хоть тебе послужит. Так, ну что ж, выполнили мы заказ «Пропавший сын». Так и получили, что мы? Ачивочку «Друг или враг». Так, и 2 очка у нас умения есть. Ну что ж, тратить их пока мы не будем, в принципе. Нам и так хватает пока умений. Ну и давайте возьмемся за задание «Нитинг». Нужно узнать, кто все-таки проклял этого ребенка. Так, и нам нужно вернуться, наверное, в хижину, пообщаться с этим здоровячком. Давайте-ка вернемся, напрямую пробежим здесь, через скалы вот эти вот. Так, и где вот он? А, вот его дом. Осмотрим сначала этот сам Нитинг, что он из себя представляет.
Нитинг. Могущественное проклятие. На древке вырезано имя. Да, тут вырезано имя ребенка этого проклятия. След свежий. Так, и след свежий. Здесь стоит осмотреться. Давайте посмотрим, пойдем по следу. Так. Куда он нас приведет? Куда-то он не туда. Так, что это? Что такое тут? Это что? Женская шаль. Характерный узор. Женская шаль. И характерный запах. Характерный. Ну что ж, давайте тогда по следу пойдем. Пойдем по следу. Так, не туда. Надо уловить еще этот запах. Где вот он? Распогодилось. Ну, наверное, в сторону деревни идет. Ну да. Поэтому давайте-ка пойдем по этому следу и посмотрим, куда он нас приведет. Так, 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 так. Слишком много запахов. Дальше нас меня не поведет. Надо расспросить. Нужно расспросить. А у кого расспросить-то? По домам пройтись, посмотреть. Кто там, что там? Никто не терял ли шаль? Ну, так и так спросим. Только у кого? Так, ну, спиртягу возьмем. Так, пустую бутылку оставьте себе. Так, с этим нельзя поговорить. Так, что тут у нас? Спиртяга с водой. Ну да, все как всегда. Выпивки полно, закуси мало. Так, не хочет с нами говорить? Нет, не хочет. Чешуи такие тут необщительные-то, а? Так, а это кто, травница? Или торгашка какая-то? Что-то вот у нее бутылочка нарисована. Давайте-ка с ней, может, потом пообщаемся. Бу-бу-бу-бу. Так, эти тоже какие-то неразговорчивые все. Да что ж такое-то? Так, плотву надо отогнать, мешается. Припарковалась где-то, но не там. Так, стой здесь, скотинка. Следи за собой, белоголовый. Угу. Так, а это кто идет у нас, крадется? Нет, с ним тоже нельзя, к сожалению, пообщаться. Так, так, ну что ж, что же, что же. Необщительные какие-то все. Как себя чувствуете? С кем вот еще можно-то пообщаться? Так, здесь опять никого. Все гуляют. Блин. Ну, даже не знаю, уже мозг начинает закипать. Лучше бы ты мне подзабор не вот, травница, может, она знает что. Привет. Привет. Позволишь взглянуть на твои травы? Так, о, отлично. Черный порошок есть. Редкая штука в Новиграде. Надо купить для изготовления всяких масел и бомб. Хорошая штука и редкая. Увидимся. Удачи тебе. Какая она рыженькая. Так, ну что тут, может, кто появился? Нет, никого в домах нету по-прежнему. Блин. Привет. Привет. Я думал, все-таки она скажет, что нам про шаль. А тут даже вопрос этот не появляется. Ну, с кем тут еще-то можно пообщаться, скажем так, на пальцах? Мы уже вроде все бы обижали. Нет. Тут тоже уже были. Да кто ж нам может помочь-то? Ну-ка. Может, он туда сбегает, на причал? Так, здесь заперто. Так, это кто тут ходит? Нет, тоже не общительно. Блин, тут тоже ничего нету такого. Может, рыбачок он тот знает? Эй, рыбачок. Не, рыбачок тоже он занят. Надо было спросить, как клюет, не клюет, на что ловит. Может, тогда бы разговорился. Но нет. Блин, да кто... Ну, логически, мужики не могут за шаль, скорее всего, знать. То есть, кто-то из женщин, наверное, должен нам ответить про это дело. Но кто, вот опять же, вопрос в этом. Травница говорит. А не Юли, кстати, не травница или это шаль?
По идее-то, раз проклятие, кто может делать? Какой-то колдун, либо знахарь. А раз знахаря здесь нету, только травница, значит она, наверное. Блин, как ей сказать-то, что это? Не твоя ли шаль это? Да. Ну что ж. Ну кто тут вот еще у нас остался? Ну, тоже каждого вот, спрашиваешь. И все отмалчиваются. Опять тут плотва оказалась, скотина. Ох, да неужто? Мы нашли кого-то. Может, знаешь, кто носит такую шаль? Конечно, Йона, наша травница. Она вон там живет, в той хате. Вот она обрадуется, что ты ей принес пропажу. Ну да, очень обрадуется. Ну вот, все-таки рыжая тут замешанная-то. Что ж, давайте-ка с ней поговорим. Я нашел твою шаль у дома Лотера. И нитинг, который ты там поставила. Откуда ты знаешь? У меня были только подозрения, которые ты подтвердила. Ты знаешь, что Тьялви одной ногой в могиле? И хорошо. Этот ублюдок вообще не должен был родиться. Это я должна была выйти за Лотера. Я. А он бросил меня ради этой неряхи. Пусть теперь получит свое. Он и его хренова семейка. Ты убьешь ребенка из ревности? Это правда? Тут не в ревности дело, а в гордости. 10 лет мы жили вместе. 10 лет! Я ему готовила, портки стирала, ложи с ним делила. А он бросил меня вот так, без единого слова. Вся деревня смеялась. Ну и глупая же эта Йона. И ведь сдалась. Вот уж нет, не сдалась и не забыла. Я хочу, чтобы ты сняла это проклятие. Я это сделаю. Но только если Лотер отречется от сына и вернется ко мне. Я передам ему твое предложение. Но, кажется, уже знаю, каким будет ответ. Ну что ж, по идее, тут выбор. Привет. Так. Привет. Ну, что это она? Привет опять. Да до свидос. Увидимся. Вот. Удачи тебе. Я так думаю. Ну, в принципе, этот Лотер сам виноват, то, что он, ни слова не говоря, ушел. От этой дамочки. Ну и она тоже хороша. Поэтому давайте-ка сделаем, чтобы как-нибудь и тому хорошо было в кавычках, и этой неплохо. Поэтому ребенок здесь ни при чем. Ну и думаю, убивать тоже эту обманутую женщину не стоит. И как? Ты знаешь, кто поставил нитинг? Твоя старая знакомая, Йона. А я должен был догадаться! Завистливая сука! Чужое счастье ей глаза колет! И что? Снимет она проклятие! Только если ты отречешься от семьи и вернешься к ней. Нет, никогда! Я бы опозорил и жену, и сына! Обрек бы их на нищету! Ты должен отвести проклятие! Пусть она умрет! Я не сделаю этого. Йона этого не заслужила. А мой сын? Он заслужил? Нет. Но ему не обязательно умирать. У тебя есть выбор. Хорошо. Если это спасет Тьялве, я вернусь к этой змее. А ты... видеть тебя больше не хочу. Да мы тебя как-то тоже. Не горим желанием больше видеть. Не может разобраться со своими бабами. Ну ладно. Так, получили опыт. Правда, 3 очка всего за этот заказик. Ну и что? Нам нужно отправиться теперь по сюжетной линии. Давайте вернемся к точке. К точке быстрого перехода. Ну и оттуда уже отправимся. Ну все-таки, я считаю, мы поступили правильно. Этот гад ее предал. Предал. Ну, в принципе, он... понес свое наказание. Вот пусть теперь помучится. Так, что тут у нас есть? Заказы. Так, 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 так. Белый кит. Угу. Нитинг. Ну да, вот задание это мы уже сделали. Лотер. Ну что ж, друзья. Точка перехода у нас здесь уже.
Вот, мы выполнили два заказа с вами. В принципе, неплохо. Ну и теперь пойдем по сюжетке. С вами был Блабуст. Всем желаю хорошего настроения. Всем пока. До встречи в следующей серии.